У природы нет плохой погоды. Поспорить могут аграрии. В этом году из-за засушливой весны и такого же лета собрали меньше урожая. Так, в Слободзейском районе зерновые в минусе по сравнению с прошлым годом на 30 тонн. А вот Рыбницкому району с погодой повезло больше. Рыбница в этом году прикрыла все рекорды, благодаря тому, что кроме того, что она получила где-то под 80 тысяч тонн зерновых, еще 60 тысяч получила кукурузы. То есть дополнение к тем зерновым. То есть Рыбницкий район считается кукурузный пояс. Поэтому там и хорошие результаты в этом году, и вообще и по урожаю. И Рыбница сегодня, Рыбница доминирует. Рыбницы 130 тысяч зерновых и зернобобовых культур собрано. Все зерно отменного продовольственного качества. А вот лидер по выращиванию овощей – Слободзейский район. Здесь он компенсировал отставание по зерновым. Всего в республике вырастили 40 тысяч тонн овощей. Больше половины из них – 25 тысяч тонн – сахарная кукуруза. Овощеводы преуспели во многом благодаря поливу. Система мелиорации в республике развивается. В этом году орошаемых земель на 30% больше, чем в прошлом.